Привет, друзья! Вышла вот такая техническая неприятность. На трех моих ранних видео куда-то пропал звук. Его или нет, или он какой-то корявый. Об этом мне написали мои подписчики. Два видео были, как по мне, ни о чем. Я их просто удалил. А вот третье, как по мне, очень интересное. Так что я его просто перезалью, поменяю только кодек на звук. Если вы это видео видели, не смотрите, а кто не видел, приятного просмотра. Все плановые видео выйдут строго по расписанию. Всем доброе утро. Попытаем сегодня с вами судьбу на одном интересном месте. Когда раньше смотрел на спутники, здесь поле было белое, наверное, после какой-то культуры. Это карты на спутнике поменялись. Есть два интересных пятна. Ну, два четких пятна и там несколько таких размытых. Посмотрели на старых картах, вроде как бы где-то в этом месте шла дорога и были домики. Карта это еще 700-х годов. Так что поищем, посмотрим. Недалеко здесь река. Может, нам сегодня улыбнется счастье. Пойдемте. Не забудьте подписаться на канал и поставить палец вверх. Для меня это важно. Пойдемте. Сильный ветер. Будем камеру прятать за большим пузом. Так. Первый у нас интересный сигнальчик. Более или менее. И по копальской традиции первая находка из роду шмурдяка. Нашел быстро. Во! Какой-то кругляшок, как блестит. Это, по всей видимости, а что это, по всей видимости, а это, наверное, заготовка на пломбу. Ну, по такой патине, наверное, старая. Так что мы на верном пути. Забираем и копаем дальше. Если бы не ветер, было бы вообще прекрасно. А так чуток напрягает. Был пробочный сигнал. Искал недолго, если честно. Вот с такой вот ямы. Да, тут не глубоко. И вот смотрите, наша находка. Даже боюсь говорить слух, чтобы не сглазить. Вот видите, как по мне, я уже оббегал кругами, посмотрел, еще не доставал. Это ушко. Это или дукачик, или крестик. С крестиками у нас вообще туго. Очень редко. Давай целый, целый, целый. Да, смотрите. Смотри. Ох, класс. Это крестик. Это крестик. Вроде чуток подогнут, да? Ага. Равнять не будем. Сейчас чуток почищу и посмотрим. Вот такой красавец крест. Ушко на месте. Чуток подогнут, но все же люблю крестики. Такого у меня еще нету. Повторюсь, у нас что-то с крестиками очень туго. Забираем, покружим. Хорошая находочка. Пока это у нас находочка дня. Мы на верном пути. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. И мешаешь нам копать. Где ты? Через... Ага, вот. Просто через камеру плохо видно. Сигнальчик был, конечно, очень похож на предыдущий. Но это у нас, по всей видимости, конина. Чуток и погнутая. О! Достаточно немаленькая. Вот такая вот находка. Ну что ж, продолжим. Вот у нас домик, друзья. Вот у нас ямка с пробочным сигналом. И вот такая у нас пробочка. Хотя, честно, думал, пробка. О, раскрошил комок земли. Хоп.
Это у нас чего? Ага. Секунду. Ну вот так вот. Секунда не помогла, но по размерам это или динарий бронзовый, или буратинка. Но если честно, для динария, как по мне, очень правильной формы. Наверное, буратинка. Но если при чистке узнаю чего-то, напишу обязательно вам видео. Покружим. С последней правильной находки прошел уже час. Фух. Попробую опять найти, так сказать, онлайн. Уже, наверное, это пятый раз. И все время шмурдяк. Так, нету ничего. Была где-то здесь. Как-то неуверенно звучит. Смотрим. Пробочка, ты где? Сигнал был как у пробки. И опа-на! Неужели? Неужели на пятый раз у нас монетка? Фу-фу-фу. Так, друзья. Так, ничего не видно ни вам, ни мне. Сейчас мы ее чуток попробуем почистить. За ветер извините. Пытаюсь закрывать. Вот смотрите, какая красавица, а? Полушка 1731 год. А состояние для такой монетки даже ух! Красота! Орел у нас вот такой, достаточно живой. Хорошая находочка. Аж настроение поднялось. Еще в таком сохране. Зеленая, пахучая. Возьму ее, почищу и в альбомчик. Запел. Угу. Красиво. Забираем и продолжим искать. Не переключайтесь. Ветер сильный задрал. Уже минут 40 не было сигнала. И вот наконец-то. Сразу увидел вот это вот. И понял, это она. Где-то у нас монета. Видите, какой оттиск? Достаточно не маленькая. Начал шарить глазами. И вот она. Достаточно не маленькая. Хоп. Что это у нас? Ну, по размерам трюндель Николая. Я ничего не вижу. Сейчас. Да, я не ошибся. Это 3 копейки. Наверное, Николая. Тереть не буду. Помою. И покажу вам. С этой стороны пока вот так. Но думаю, монетка должна быть не очень плохая. Если даже через грязь видно, что это такое. Покружим. Не переключайтесь. Был не глубокий, но красивый сигнал. И вот наша находочка скатилась вниз. Как быстро сохнет на таком солнце. Что это у нас? По размерам двундель. Секунду. Да, 2 копейки Александра. Красиво звучит данная монетка. Карман. Покружим. Фу. Чуток отдышался. А то эмоции прям через край. Недалеко от тут первой монетки.
пошел прямо, нашел вот такие вот осколочки. Ну, кто их не находил? Они попадаются очень часто. То ли посуда, то ли горшок. В принципе, они ничего не значат. И вот сигнальчик. Копнул раз. Копнул два. И вот смотрите. 4 двушки и 10 копеек. Серебро. Согласитесь, наталкивает на мысль, что данные осколки здесь не случайно. Сейчас будем кружить, копать все, что как бы отдает цветным. Я думаю, это неспроста. Это или кошелек, или горшок распашка. Здесь грубая такая вспашка. Пойдем туда. Фух, это у меня впервые. Это у меня впервые. Класс, класс, класс. Все, 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 кружим. Время идет. Вот там зарыл яму, где было найдено первые монетки. Здесь пару шмурдяка. И вот опять у нас сигнальчик, смотрите. Вот так она и торчит в комке. Видите? Во. Была тоже не глубоко. Давайте посмотрим, что это. Но, по всей видимости, двундель. Может, где-то будут и пятаки. Зачем прятать двушки? Не вижу смысла. Да, это 2 копеечки. Секунд. Сохран, конечно, подуставший. Здесь очень влажно. Но, друзья, это, наверное, не знаю даже, кошелек, горшок. Продолжим. Мандраж по всему телу. Круто. Ищем. Опять, смотрите, разыл такой колтован. И вот, 2 штуки нашел, выбросил. Вот лежат. Одна вот скатилась. Вот. Тоже 2, по всей видимости. К этим, где бросил, вот. И вот, смотрите, в комке земли. Но сигнал был вот здесь вот, сверху. Хо-хо, это серебро. Иди сюда. Оп. Во, какой оттиск остался. Это что у нас? Это у нас 20 копеек, друзья. Двадцаточка. И дышать тяжело. И жарко стало. Это я даже не знаю. Это, наверное, горшок. Фух. Сейчас тут все перерою, как бульдозер. На метр в землю. Вот так вот. Так, продолжим. Обошел уже все кругом. Минут 40 кружу, сигналов не было. Расширил круг. 50 метров. И знакомый чистый сигнал. Во. Во. И вот у нас приятный... это червь. Приятный белый цвет. Вот смотрите. В таком комочке. Я уверен, что это... Угу. Что это серебро. Оп. И вот так вот. Так, сейчас найду тенек. Во. Видно, тоже 20-ка. Хоп. Состояние какое у серебра. Серебро есть серебро.
Класс. Сейчас задохнусь от счастья. Давно я сколько не находил за раз. Так, забираем и продолжаем кружить. Не прошло и полдня, и вот у нас опять такой же сигнал. Вот она. Блин, солнце не вижу. Вот. Это опять двундель. Обил как серебро. Наверное, руба лежал. И практически сверху. Ничего не вижу. Секунду. 2 копейки Александра. Я думаю, с той же песни. Хотя от первых двух ямок, где я находил осколки черепков и по несколько монет, это уже с 50 метров. Может быть, плугом растащило. Но еще покружим. Не переключайтесь. Проходил я там, где горшок, я так думаю, еще с 1,5 часа, все пусто. Надо будет приехать, когда спашут поле. По-любому там еще чего-то есть. И вот, наконец-то, интересный сигнал. Сигнал был в этой ямочке. О, уже и подсохло. Пока делал ля-ля-ля. Ну, била не как монетка, а как... А как кто? Походу, пуговица. Походу, пуговица. Практически сверху, потому и сожрала. Секунду. Да, состояние печальное, но пуговка интересная. Номер 27. Мошка в глаза лезет. Фух, что-то я находился. Так, прибором давно я не махал. Будем идти потихоньку к авто. Если чего найду, еще покажу. Смотрим. Фух. Итак. У меня до сих пор истерическая улыбка не сходит с лица. Я думаю, что это был, наверное, все-таки, не знаю, горшок, потому что осколки. Может, недобитый, потому что на это поле сложно проехать. Да и по спутнику плохо было видно. Но если кто-то находил, не знаю. Теряюсь в догадках, потому что если были пятаки, серебро, понятно, горшок, а двушки, смысла прятать двушки я не вижу. Но что имеем, то имеем. Адреналина море. Я даже не знаю, чего сказать. Еще обязательно сюда приеду. На своих картах, где отмечаю, где я был, поставлю такой большой красный крест, что и сюда еще неоднократно надо приехать. Фух. Так что подписывайтесь, не пропустите новые видео. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Поделитесь с друзьями. Фух, не знаю, одни эмоции. Находился очень много. Так, махал как будто вертолетом. Давно так не махал. Наверное, один выезд за 4. Прикопал очень много. Фух. Так что подписывайтесь, не пропустите ничего нового. До новых встреч, пока-пока. Итак, что мы имеем за сегодняшний прекрасный коп? Вот такой мини-кладик мы с вами сегодня подняли. 10 двушек, 2 по 20 копеек и 1 10. Я думаю, это все они с одной песни. Потом порадовала полушка. 3 копеечки Николая. Конинка, пломба, крестик. Крестик зачетный, такого у меня еще нету. Повторюсь, с крестиками у нас чего-то проблемка. Пуговка подуставшая с номером 27. Вот это все неоправданные надежды, потому что рыл как бульдозер. Все, что хотя бы как-нибудь отдавало в цветной металл. Ну вот так. Я не знаю, что это, горшок или кошелек. Но склоняюсь к тому, что небольшой горшочек. Я надеюсь, что большая его половина еще в земле, только глубже. Ее осенью вспахают
и мы приедем с вами, это все добьем. Так что подписывайтесь, не пропустите. Спасибо, что копали со мной. Если видео понравилось, поставьте палец вверх. Поделитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Не пропустите новые видео, как мы будем с вами поднимать новые клады и добивать данное поле. До новых встреч. Пока-пока.